В детском реабилитационном центре в Дубоссарах откроют питомник. Дети смогут выращивать туи, кипарисы, голубые ели. Позже деревья пересадят на территории самого реабилитационного центра. Также ими планируют украсить улицы Дубоссар. Идею открытия таких питомников при коррекционных и реабилитационных центрах поддержал президент. На совещании с главами госадминистрации и правительством он предложил выращивать там дубы, клены и даже розы. Людей данной категории надо приобщать к социуму и приобщать к работе на земле. Это оздоровляет реально. Это и моторика, это и понимание работы, понимание окружающей среды. Потом мы же это все и купим. Государство. Потом главы администрации проведут закупки, и мы приобретем все, что там вырастет в конечном итоге. Кому-то может и понравится, может тебе кто-то и работу там найдет в конечном итоге, может пойдет потом в спецзеленстрой работать. На совещании Вадиму Красносельскому доложили, на каком этапе сейчас работы по оснащению нового спортивного центра в Дубоссарах для людей с ограниченными возможностями. В здании уже сделан ремонт, нужно еще дооборудовать раздевалки и санузлы, сделать их более удобными для использования. Президент поддержал предложение, чтобы новый объект получил статус филиала республиканского значения. В этом есть свои плюсы. Приобретем оборудование в конечном итоге, и в следующем году надо запускать данный центр, он будет востребован. И то, что и вот это предложение ваше по централизации подчиненности, я приветствую. Будет проще платить коммунальные услуги. Вот, это, наверное, самая большая беда для таких вот центров. Да, вот эти коммунальные услуги там, и остальные бытовые расходы. Поэтому, в принципе, централизовать на Тираспольский. В новом центре смогут заниматься спортом и люди без проблем со здоровьем.